Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, у нас гороскоп на 27 октября 2019 года. И начнем мы с фазы Луны. Итак, фаза Луны 27 октября, друзья, убывающая Луна. Лунный день 27 октября – это 29-й лунный день. В каком же знаке зодиака будет Луна? А Луна будет находиться у нас, друзья, в Весах. Луна без курса, обращаем внимание, будет с 27 октября. Она начнется в 11 часов 22 минуты и закончится этим же днем в 23 часа 29 минут. Ближайшее новолуние 28 октября в 6 часов 38 минут. Ну а полнолуние ближайшее 12 ноября 2019 года в 16 часов 34 минуты. Гороскоп на 27 октября для знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, вполне вероятно, вашим сегодняшним планам не суждено сбыться. Людям, рожденным под этим знаком зодиака, стоит приготовиться к появлению множества разнообразных задач, которые нужно будет решать в кратчайшие сроки. Сегодня, 27 октября, Овнам не рекомендуется вступать в ссоры и конфликты. Удача будет не на вашей стороне, к сожалению. А завистники и недоброжелатели могут нанести вам вред. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Телец. Уважаемые Тельцы, звезды вам говорят, что ваша решительность и твердость позволят вам сохранить контроль именно над ситуацией. Тельцов подстерегает много сложностей 27 октября, которые получится успешно решить и притворить в жизнь все планы. Как считает гороскоп, сегодня у вас обострится именно интуиция, поэтому стоит к ней внимательно прислушаться. Далее гороскоп на 27 октября для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, сегодня важно не упустить подвернувшийся шанс для вас, так как, скорее всего, произойдет какое-то событие, которое поможет вам стабилизировать ваше финансовое положение. При этом сегодня, 27 октября, Близнецам не стоит совершать необдуманных и лишних покупок. Они не принесут вам пользы. Также не рекомендуется в этот день идти на неоправданный риск. Ваша уверенность в себе и позитивный взгляд на вещи помогут вам пройти сквозь все жизненные невзгоды. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, при решении именно рабочих вопросов 27 октября вам нужно подгадать правильный момент, чтобы извлечь из ситуации, которая может сложиться в вашей жизни, максимальную выгоду. В этом поможет холодный расчет и трезвая оценка событий. Поэтому не теряйте голову, и вы обязательно добьетесь успеха. Гороскоп рекомендует ракам принять оказываемую другими помощь. Творческие люди смогут достичь значительных успехов в своей именно деятельности. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, скорее всего, вы не будете довольны результатами текущего дня. Это может привести к появлению тревожности и излишней раздражительности. И, конечно же, упадку сил. Сегодня, 27 октября, львам следует быть осторожным со своими высказываниями, чтобы не ранить близкого друга или кого-то из домочадцев. Будет не лишним просто прогуляться или сделать что-то своими руками. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Дева. Уважаемые девы, ваши ожидания сегодня, вероятно, не будут оправданы, что принесет чувство горечи и недовольства собой. И вполне возможно, о вас вспомнят старые кредиторы или кто-то напомнит
о данном вами обещании. И гороскоп рекомендует на сегодня девам переосмыслить свои слова и поступки, чтобы в будущем не совершать досадных промахов. Поэтому уделите больше внимания семье, и проблемы с ссорами обойдут вас стороной. Далее гороскоп на 27 октября 2019 года для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, сегодня самый подходящий день, чтобы заняться самопознанием или изучением чего-то нового. Также стоит внимательно проанализировать прошлые ситуации и сделать из них правильные выводы. Сегодня, 27 октября, Весам рекомендуется запланировать дальнюю поездку или командировку. Благодаря этому это даст положительные результаты. И не забывайте о близких, им не хватает вашего внимания. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, в этот день вам удастся накопить значительное количество жизненной энергии. И благодаря этому получится решить самые трудные вопросы, которые ранее казались вам невыполнимыми. И гороскоп считает, что для творческих скорпионов сегодня будет удачный день, и они смогут достичь новых высот. Главное, не отбрасывать сразу новые мысли и идеи, даже если они кажутся вам просто бессмысленными. Далее гороскоп на 27 октября для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, все происходящие сегодня события являются лишь отражением вашего внутреннего мира, поэтому их будет сложно трактовать вами однозначно. Сегодня, 27 октября, стрельцам не стоит идти на поводу своих капризов. Это может привести к крушению ваших планов и даже надежд. Далее гороскоп на 27 октября 2019 года для знака зодиака Козерог. Уважаемые Козероги, сегодня хороший день для того, чтобы навестить своих родственников, встретиться с друзьями или прогуляться по местам, как говорится, былой славы. Поэтому гороскоп считает, что козерогам, связанным с творчеством, будет сопутствовать именно удача. Хотя на материальном положении это никак не отразится. Вполне вероятно совершение спонтанных покупок. Далее, друзья, гороскоп на 27 октября для знака зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, несмотря на всю вашу миролюбивость и лояльность, сегодня вероятны именно конфликты с незнакомцами. В словах и суждениях стоит соблюдать осторожность, чтобы случайно не попасть на чужой крючок. Сегодня, 27 октября, водолеям нужно воздержаться от компании слишком энергичных и темпераментных людей. Далее, друзья, у нас гороскоп на 27 октября для знака зодиака Рыбы. Уважаемые Рыбы, людям, рожденным под этим знаком зодиака, сегодняшний день принесет много радости и удовольствия, так как им сопутствует удача. А те, кто занимается творчеством, отдельно отмечены звездами. Как считает гороскоп, Рыбам сегодня удастся решить именно семейные трудности и наладить гармоничные и теплые отношения. И вполне вероятно, это может произойти встреча с давним знакомым. Вот такой, друзья, у нас гороскоп на 27 октября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся в следующем эфире. Пока-пока!